Надо удалить все пленки. Чтобы мясо хорошо просолилось. Так, теперь нужно протыкать хорошенько те места, в которых далеко до кости, чтобы мясо хорошенько просолилось. Так, берем наши приправы. На 1 килограмм мяса 1 столовую ложку тимьяна, 1 столовую ложку розмарина, столовую ложку чеснока гранулированного и столовую ложку базилика. Также 1 чайную ложку черного перца и примерно 1,5 килограмма соли. Thank you.